Всем привет, мои друзья! Всем доброго времени суток! У меня утро, и я на кухне уже вот начистила старые тарелочки, даже вот такую железную нашла, почистила, пусть будет. Затем достала кофе, который еще не открывала, в такой упаковке, ароматный, ароматный, пахнет такой. Ой, кофе в зернах, это просто что-то. Так, никак не могу это помолоть. Потому что у меня нет кофемолки нет. Надо или заказать ее купить, или же поехать до мамуси нашей, до бабуси и там помолоть. Значит, достала новую, абсолютно еще не пользовалась. Господи, блендер, да, этот. Погружной блендер, такой блендер, миксер. Вот, достала. Смотрю, вот так вот отрезала упаковочку. Она была еще у меня запечатана. Вот, и буду так, наверное, хранить. В общем, так вот у меня утро, и я режу филе на кусочки и буду обжаривать, не знаю, что-то, или, не знаю, спагетти, наверное, сделаю, и мяско к спагетти, такими вот кусочками режу, и небольшие, не маленькие, средние, в общем. И буду готовить. У нас сегодня онлайн-уроки. Вот. Так, буду обжаривать его здесь, в этой сковородочке. И будем кушать. Что у меня? Она у меня не помытая. Мы вчера с вечера пожарили этот грудинку. Я грудинку вчера вечером жарила, и у меня вот этот жирок остался. И добавлю сюда еще смалец. Буду жарить. У нас 8 утра. Я поставила Гошу ближе к окошку, а так он у меня, вот я вам говорила, накрываю стенки вот этим пледом, вот, чтобы его так на ночь немножко утеплить, чтобы ему не дуло с окошка. А так сейчас он очень хорошо себя чувствует, перышки себе чистит и плюс меня укусил. Я его с утра хотела покормить. От меня хватит. Успела немножко зернышек ему подсыпать. Пусть Настенька сама им занимается. Не любит он меня. Да, Гошенька, ты не любишь меня, и зеркало не дает протирать. Ай-яй-яй. Была на кухне. Полила тоже там ненужный мусор. Убралась еще в одной комнате. Ну, там у меня летняя кухня. Раз, два, три, четыре. Четыре комнатки там небольшие. Ой, сижу, пью кофе, наслаждаюсь. В общем, я себе перемолола этот зерновой кофе через блендер. В общем, заварила. Он такой классный. Вообще, ну, помолола. Не так, как хотелось бы, конечно, но заварился. На вкус, конечно, вообще отличается от вот этого растворимого. Очень нравится. Вкусный такой кофе. Лунка со мной была на улице. Солнышко светит. Не хочется вообще в доме сидеть, но мне надо приготовить поесть. Сварю борщ, сделаю спагетти. В общем, с гуляшком. В общем, вот так вот. Так что-то делала целый день аж до вечера на улице. Не заходила бы. Тем более у детей сейчас онлайн-уроки идут. Пришла подружка опять до Насти, они вместе сидят на онлайне, а Пуля сама по себе там сидит в комнате. В общем, тоже не хочется тут ничего делать. Да и вообще ничего не получится, потому что шум, конечно, стоит. Вот. Все-таки дети и эти уроки. И я тут сижу вот так как-то. Вот. Так что решила вот так вот на улице немножко повозиться, посмотреть. Тоже там дел, конечно. Ничего, потихоньку справляюсь со всеми делами. Ждет меня. Выходим с Лункой на улицу. Солнышко вышло. Что ты там уже принесла, я вижу вдалеке. Вышла на улице так хорошо. Пока дети там на уроках, я лучше тут вот полисадники немного пособираю. Вот этот сухой хворост. В кучу сложу его. Луна мне помогает. Так, я обрезала тут малину. Малина без меня уже тут и разрослась. Я так немножко ее садила. Вот, может будет сирень белая. Так хочется поскорее уже, чтобы все зацвело, все радовало. Вот я на улице, Лунка со мной, я в доме, и она за мной. Не хочет одна сидеть тут. Смотрите, как она уже тут выросла хорошо.
полить бы, конечно. Вы думаете, можно? Нет, конечно. Так, что-то у нас уже входит. Смотрите, уже пробиваются прорезки. Так, и тут вот смотрю, что-то выходит. Сейчас посмотрим. Тут я не скрипала ничего. Тут у меня вон сколько помидора, малины и ежевика. Луна, куда ты пошла? Сейчас там отколешься все. Так, вот я смотрю, что это? Что-то тут выходит? Что это? Что это может выходить? Я не поняла. Какие-то цветы. Ну, что это за цветы? Напишите. Лун, что это за цветы? Что я не помню, чтоб я их тут садила. Здесь еще не загребаю. А вот то, что сухое только. Чтобы можно было его спалить. Видите, первые цветы. И тюльпаны уже выходят. Не хочется и в дом заходить, что-то делать, потому что погода хорошая. Сейчас Настя пойдет на смело с подружкой. Они как раз вместе тут и на уроках. Да, скоро закончится, пойдут спевать, петь. Любит Настунька петь. Вот, а я уже зайду и хватит с меня такой уборки. Вот здесь тоже загребла. Загребла. Но оно ж, понимаете, оно, я загребла, но его все надо будет по новой делать. Вот оно только будет весна, просохнет, и по новой гребти, гребти. За раз это все не сделаешь. Так. Хорошо, беру грабли. Через малину это очень непросто. Сейчас я в мангал. Пока оно сухонькое такое. Вот горит. Как оно все непросто, конечно. Это вообще все отлично высохло. Полисадник освободить вот этого всего бревна. Там видно, там тут нет. Убрала вот этот мусор, я перенесла. Но видите, какая высокая трава. Вот тут под черешней, под розами, высокая-высокая. Это потом надо будет, пусть она еще постоит, а потом просто брать рукавицы и вырывать ее. Иначе оно будет так запущено все. Луна, я тебя потом не отмою. Луна, напишите, мои друзья, куда мне деть этот мусор. Вот одна куча, вторая куча там. Видно. Так, и третью сейчас покажу. И вот третья. Куда их деть? Веник еще новый не купила, то есть метлу для двора нашла в гараже старую. Вот сейчас тут уберу краска. Все же осыпалось за эти 2 года. Оно же все раньше поддерживалось. А это все. Все надо делать. Вот так его, хоть немножко его так снести. Помощник со мной, да? Вот какой я кусок. Фу, как много я отпилила. Так, как бы мне вот эту большую... Ух ты! Господи, яма прям. Раньше она была такая у меня, ну, закрыта хорошо. Тут вообще такого не было. Прям ушло.
Что там такое? Я не понял. Очень странно. Что там за дырка у меня? Вон, а провалишься? Так, надо там что-то заделывать. Оно так не видно, но если присмотреться, смотрите, какая дырка. Так. Сереженька, ты меня сейчас смотришь. Что это такое? Почему так отошло от ямы? Вот тут такой зазор получился. Вот как хорошо я отпилила. Вот эту еще здоровую бы ветку отпилить. Вообще было бы замечательно. Вот это я все попиляла. Тоже. Вот это бы еще. Ой, но оно такое толстое, необъятное. И вот это у меня тоже ива. Пиляю ее. Ну тут закончила. Все, пусть такая ива остается. Дальше мне уже, конечно, не осилить эту верхнюю ветку. Бог с ним. Туечка вот должна быть свободна. Она тут вот под этой ивой. А ее бы вообще выкручивать отсюда. Вышла на улицу, там моя соседка стоит. Ой, и наблюдает, как я это все выкорчевываю. Да я залезла аж на стул тут и пиляю. Она смотрит. Я к ней подошла, она говорит, ну, так уже горит. Вот, сама все делаешь. Ну, тяжело, конечно, но ничего. Руки он немного, руки поцарапала себе. Видите, спиляла, как хорошо. Вот так выглядит сейчас после мангала место. Это потом кучу уберу. Вот. Заметала здесь. Главное убрать. Куда только не знаю. Вот такой. Не все любят такие цветы, мне нравятся. Они хорошо растут, быстро. Так вот, можно горшки бы помыть еще. Я потом все попротираю. У меня всегда горшки чистые, чистые на окна стоят. Я варю борщ. Варю борщ. И заодно земля теплая. Я эти горшочки поставила на печку, чтобы они, ну, на припечек так называемый. И земля здесь теплая. Только единственное, что вот это не протерла я горшки. Так обычно я их всегда протираю это. Так. Так, теперь у меня тоже на окошке будут цветы. Тоже земля теплая и поливаю тоже теплой водой.